Добрый всем день. Хочу предоставить вашему вниманию сегодня простую программку «Переводчик». Очень удобная и простая в эксплуатации. Настройки программы простые. Настройка клавиш перевода. Можете по умолчанию поставить какие хотите. По умолчанию вот стоят. Можете назначить клавиши любые. Настройки очень простые. Ничего нет, автозапуск можно поставить программу, если желаете. Ну, проверить обновление. Все очень просто. Сейчас попробую покажу, как все это переводит. Ну вот любой текст возьмем. Копируем. Вставляем в программку. Текст на русском языке. Чтобы перевести, допустим, его на английский, ставим здесь русский. Это с какого переводить? Вот сколько языков, с какого на какой можно переводить. Кстати, в следующем видео будет программка, чтобы определить, какой язык. Например, вы найдете где-нибудь даже на товаре или на чем какой-то незнакомый язык, не английский. Чаще всего все используется английский, но бывает вот латышский, здесь много очень языков, румынский, португальский, китайский, как вы хотите, и не можете определить язык. В следующем видео я выложу программку определения языков. Но с этим мы определились. Вот здесь английский, выбираем русский. Ну, допустим, хотим перевести его на английский. С русского на английский. Ставим английский. Здесь можно же даже прослушать исходную, какой сейчас язык. Вот. Нажимаем перевести английский. Допустим, на кого-то письмо надо отправить на английском, с русского на английский забиваете, переводите и даже можно прослушать. Ну, очень удобно и быстро, функционально. После установки кидайте его на панель задач, чтобы быстрее ни окна не сворачивать, ничего. Программка запускается в момент. Легкая, система не грузит. Скачать очень просто. Официальный сайт я скину в описании к видео. Вирусов никаких нет. Работает под управлением семерки, восьмерки, сейчас у меня десятка, и на десятке хорошо, никаких проблем не возникает. Скачиваете установочный файл, запускаете, выбираете язык, все, программка у вас в кармане. Пользуйтесь. До новых встреч, смотрите следующее видео, а программка будет, как определить язык, с которого переводите, допустим, надо на русский. Тоже очень удобная, функциональная, не загружает компьютер. Спасибо за внимание. До новых встреч. Смотрите на моем канале другие видео на любые темы. До свидания.